Это берем. Знание силы нам не надо. Это что, дневник? Не надо. Наверное, мы вот эту всю коробочку заберем. Это бумага. Нам тоже не надо. Эти все пленки сюда скидываем. Скидываем. Есть, да. Москва, 64-й год. Бачок по проявке пленок. Руководство эксплуатации. Пусто. Тут что-то есть. Ого, даже подписано. Вот это было отношение когда-то. Обрин. Ладно, потом мы посмотрим. Но они тоже, вот они уже здесь тоже пролежали больше 40 лет. Потому что этим занимался, отец точно не занимался. Если занимался, это бы здесь не хранилось. Он уже здесь записная книжка. Кто-то что-то считал. Ладно, все, целую эту взяли, а вот здесь что такое? Что это будет такое? УП. Проявитель, ничего себе. О, и здесь пленки лежат. Обалдеть. Все, просто только мы пленок набрали из прошлого. Смотри, подписано. 65-й год. Ничего себе. Все. А тут. И это ж кому-то хотелось все вот это сохранять. Подписывать. Да. Капсула времени. Точно, это капсула времени. Причем она оживет, я думаю, скоро. Не думаю, а я уверен, она оживет. Или своими мы силами ее отцифруем или отдадим в ателье. Как интереснее, своими силами или отдать куда-нибудь? Ну что, пошли. Сняли мы коробочку с нашими пленками, так сказать, с капсулой времени. Многие пленки подписаны. Подписаны года, события, какие на них запечатлены. Пленки, те, которые не без коробочек. Я посмотрел, они еще не выгорели. Вот здесь вот видно? Видно? Все не трогаю, не разбираю, чтобы лишний раз не царапать. Где-то здесь была интересная надпись. Где-то была надпись «Брестская крепость». Сейчас я ее попытаюсь найти. Зря опять загрузил. Бесминка. Здесь вот баночка написана «Проявитель». Я как бы я застал то время, когда пленки еще проявлялись, но в таких емкостях я не было. Уже были пакетики, и тут тоже пленки лежат. Все это мы забираем домой и начинаем этим серьезно заниматься. Каждую пленочку я попытаюсь отцифровать. Не зря они здесь пролежали такое количество времени. О! Надпись. Девки в 11 класс. Но правда, это нету. Где-то она здесь будет так лежать.
Вот, 1965 год. То есть в среднем капсула времени наша 65 года. Сейчас, слава богу, 21-й. Итого 35 плюс... 56 лет. 56 лет. Вот такая у нас капсула времени. Пленки. Каких годов пленки еще можно посмотреть? Поход в Дивин. Ничего себе. 68 год. Проявить до 68 года. Здесь 65 год. Ну, значит, в основном это будет 65 год. На праздник USA. 66 год. 65. Ладно, я это разворачивать на камеру не буду. Я сначала сам разверну, посмотрю, что здесь написано. Тут стихи написаны. Пишу о том, о ком... О ком я думаю всегда, кому я... Стихи, дорогие наши. Ленина, Кобрин, это там где. Все, аккуратно складываем нашу капсулу времени в коробочку. И уезжаем домой. Конечно, можно было бы все эти пленки занести в фотоателье, или как оно сейчас называется, и там их всех отцифровать. Я думаю, мы так с некоторыми и сделаем. Да, сейчас есть до сих пор еще такие интересные люди, которые фотографируют на вот такие фотоаппараты. Но, так как меня вот это фотодело в конце эры пленок тоже застало, у меня даже вот такой фотоаппарат был, ну перед этим был более простой, смена, по-моему, а этот уже, это уже очень серьезно, очень серьезно. На тот момент был очень серьезный. Зенит ЕТ. Это зеркальный фотоаппарат с прыгалкой. Вот. Мне хотелось, не то, что хотелось, а хочется, прочувствовать тот момент, то волшебство, когда заправляешь проявленную пленку в фотоувеличитель, этот красный свет, и когда происходит вот это волшебство, происходит... перенос вот этого изображения на пленку. Мне хотелось попробовать, хочется даже попробовать это еще раз, вспомнить эти ощущения. Кто помнит, кто был причастен к вот этим фотоаппаратам, к вот этим пленкам, давайте попробуем сделать это вместе. Не так быстро все это получилось, как казалось. Все-таки 64-65 год. Основную массу людей даже и узнать не могу. Некоторые только узнаются, и узнаются некоторые только дома. Вот такой вот мы сделали устройство. Вот заодно реклама белорусской обуви. Вырезали квадратик, вставили такую полуматовую пленку. И вот так мы ее заправляем. Здесь у нас лежит настольная лампа уже старенькая. Включаем. Одеваем. И вот таким образом можно... смотреть, кто ж там нарисован, то есть сфотографирован. Продолжаем.
И поле еще вокруг. И дуб тот еще небольшой. А березки-то вообще маленькие. Вот те, которые. Я думаю, что она так похожа на фотографию? Это зима. Это хутор. Вот смотри, Игнатик. Новая пленка была в таком бачке. Солнце непроницаемое. Этот бачок ставился сюда. Пленка заправлялась вот в эту катушечку. И вот так вот взводилось, щелк, опять взводили. Испортишь пленку. И она накручивалась уже ты сюда. Не надо придевать вниз? А? Нет, вот она, вот видишь, вот такая вот пластинка, она ее прижимала. И так как у нас фотоаппарат зеркальный, мы видим вот в этот глазок напрямую. Это происходит. Да. Вот такой вот. Это практически, не практически, это самый современный, ну такой доступный народный фотоаппарат был в Советском Союзе. Все вручную выставлялись. Выдержки, диафрагмы. Ну это долго рассказывать. Но смысл вот так вот, была пленочка здесь. Это здесь, как я говорю, было в закрытой, светонепроницаемой катушке. И каждый раз взводилось вот таким образом. Щелкнул. Взвел. Ну, естественно, это все закрыто было. Вот. Если где-то не довзвел до конца, то получалось, что... Нет, кадр на кадр заходил. Вот, что мы видели с тобой. Там было такое. Да, кадр на кадр заходил. Вот. Ага. А как же его назад вернуть? На базу, как говорится. А, чтобы вытянуть вот здесь вот. Кнопочку нажималась. Ну, в каждом фотоаппарате это было по-разному. ФЭД был еще хороший фотоаппарат. Здесь резкость наводилась, ну ты же пробовал, резкость наводилась прямо, смотрим в этот и резкость. А у ФЭДа было две точечки, и они как-то сводились, тоже интересно было. Вот. Кстати, вот эти объективы до сих пор используются в современных зеркальных фотоаппаратах. Даже так устраиваются поручные? Да, вот эти все, то есть берется современная зеркалка, и вот этот объектив туда накручивается. Довольно хороший объектив. Вот. Ну что, продолжим? Как я и говорил, люди мне абсолютно неизвестные, но неудивительно, 65-й год. Это сейчас они дети. Вот ГАЗ 51. Мотоцикл ИШ новенький. Вот человек, который все это дело фотографировал. Мы видим его в зеркале. Вот это тоже, скорее всего, он. Это мой дядька. Вот так разливались болота в те времена. А вот здесь довольно интересный тип. С револьвером. Тоже нам незнакомый. Вот это единственный человек, которого я знаю. Сейчас ему 58 лет. Ну, я думаю, это наша не последняя. Это мы так вот, как говорится, галопом по Европам пробежали. Кое-что просмотрели. Дальше мы более серьезно все это дело пересмотрим. И я думаю, фотографии, которые особенно совпадают с местами, которые до сих пор сохранились, с домами, мы еще сделаем об этом обзор. На этом закончим. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч.